Ребята, всем привет! С добрым утром вам! Сейчас котик, котик! Я проснулась. Котик мурлычет. Он сам ко мне пришел. Сейчас что, ребята, спала одну ночь. Он сам ко мне пришел утром. Я просто не хочу вас обманывать. Мурлычет все еще. Ну, он так сопит вообще. Услышите? Шейка, шейка. Обязательно шейку показать. У меня есть фотки, кстати, маркиза, где он вот так мордочку свою только показывает. А потом шерсти не будет накрывать. И так сойдет. Потому что моя подуша будет это в шерсти. Подушка моя. Просто с ней, ребят, сплю. Знаете почему? Потому что... Мне кажется, это маркизом или еще кем-то. Одна не привыкла спать, я уже это... Не буду вам все рассказывать. Хотите, я вам расскажу кое-что? Когда-то мы купили маркизика. Котик, мы тебе не отдадим. Короче, мы купили маркизика, и я выбрала его. Он стоил 15 тысяч, наверное, да? Ну, вообще, та девушка, которая продавала маркизика, она думала, что... Ну, как сказать, блин? Что это, ну, девочка. Потому что она самая маленькая была там. А девочки... А сколько девочки? 15 тысяч стоит. А мальчики стоили 25 тысяч. И нам было скидка. Ау. Пап, а что это такое за значок? Ничего плохого. Ну, что это? Пальчик указательный. Нет. Ребята, на видео смотрите, там я напишу, что это такое. Вот это кто не знает. Ребят, короче, мы его купили. Сначала, когда пошли к ветеринару, нам сказал ветеринар, что это... Девочка, мы его звали Маркизола. Потом Маркиза тоже звали. Мы его иногда Маркиза, иногда Маркизола. Это почти одно и то же. Просто сокращенно Маркиза. Короче, мы его звали вот так. И когда-то я на кухне маме сказала, что а может наш кот это... Ну, а может наша кошка до того момента. Это кот. Ну, уже мужского пола. Ну, а мама сказала, конечно же, женского, если кто-то сказал. А ребенок-то всегда прав. Я только что проснулась. Засыпает маркиз. Ребята, я так хочу. Хочу, знаете, сколько? 1000 на моем канале. 100 тысяч. Давайте попробуем хотя бы 10 тысяч сейчас набрать, пожалуйста. Пожалуйста, но маркизик уже не отказать. Уже не откажете маркизику. Маркизику не откажете. Не откажете. Не откажете. Он же няшка, милавка. Короче, и мы маркиза опять, мы знали теперь, и мы его, короче, маркиз, не укуси меня.
Он тут пока у меня там сзади лежал сначала. Он провод грыз. Ну и... Куда маркиз? Я же говорила, может такое сделать. Короче, он провод чуть не погрыз. Он, ну вот. Все, ребят, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обложку сделай такую.